архив фотографий 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки. Дата создания – 1896 год. Сомнительно. Место – Москва. Издательство – «Фототипия Шерер». Оригинальное название – «Виды Всероссийской художественной промышленной выставки 1896 год в Нижнем Новгороде». Содержание – без текста. На 200 листах с высокой печатью, с металлическим вензелем великого князя Константина Константиновича и короной на переплете. Корона отсутствует. Историческая справка. Выставка 1896 года в Нижнем Новгороде стала крупнейшей дореволюционной выставкой в России. На выставке были продемонстрированы лучшие российские достижения начавшегося промышленного подъема. Первая в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и первые в мире стальные сетчатые висячие и сводообразные перекрытия-оболочки. 8 павильонов выставки общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, включая уникальную ротонду Шухова – круглый павильон с висячей стальной сетчатой оболочкой покрытия. Конструкции Шухова, грозоотметчик Попова, первый русский автомобиль конструкции Евгения Яковлева и Петра Фрезе, многие другие технические изобретения, технологии, художественные достижения.